Одинцовские партийцы провели круглый стол, посвященный проблеме накопления мусора на контейнерных площадках в Трехгорке. Участие приняли представители общественной палаты округа, русского регионального оператора и сотрудники администрации. Как рассказала депутат от «Единой России» Ирина Грабарчук, на проблему обратили внимание местные общественники. В ближайшее время оператор должен пересмотреть нормы накопления мусора в микрорайоне, а после мониторинга на перегруженных площадках появятся новые баки.